что телевидение – это еще более значимое изобретение, потому что именно благодаря телевидению приятные мгновения можно смотреть без остановки. Музыка Владимира Евзерова, стихи Марии Шемяковой. «Я улетаю». Поет Валерий Леонтьев. Вдаль плывут облака, уходит река, и в путь собираюсь я. Жизнь в полете легка, печаль далека, в полете судьба моя. Я грусть оставляю, я друзей покидаю. Пусть путь мой назад ветрами объят. Да, я улетаю. Я улетаю, лети со мной, со мной. Мне не нужен покой, я с ветром душой, мне ближе небес витраж. Я в вечном пути, мне нужно уйти. Я словно степной мираж. Я верю, я знаю, что не все потеряю. Я буду с тобой, сердцем только с тобой. Да, да, я улетаю. Лети со мной, со мной. Я улетаю, лети со мной. Только с тобой. Да, да, я улетаю. Лети со мной, со мной. Да, я улетаю. А ты лети со мной, со мной. Да, я улетаю. Лети, лети со мной, со мной. Да. Я улетаю, да, лети со мной. С Новым годом вас, друзья! Желаю вам как можно больше прекрасных песен, чтобы ваши уши, ваш разум, ваши чувства радовались и расцветали вместе с нами. А это будет зависеть в основном только от вас. С Новым годом!